Ну что, ребята, веду из автомобиля, сами понимаете. На улице 17,5 градусов в Севастополе. И сегодня, между прочим, ну что-то вроде 25 января, друзья мои. На улице 17,5 градусов тепла. Снимаю на DJI Osmo Action. Достаточно, кстати, времени сейчас 14 часов, достаточно светло. Я снимаю в автоматическом режиме. Однако, я некоторые моменты для камеры сделал невозможными. Например, я убрал экспозицию на один шаг, то есть на минус один поставил, затем ISO у меня ограничено в автоматическом режиме соткой, ISO 100 максимум. Поэтому, в принципе, я вчера смотрел даже вечерние свои съемки, можете посмотреть вот в этом углу. Съемка достаточно качественная получилась. Под конец видео там были некие проблемки. Там, по-моему, в районе 15-17 часов я уже вечером снимал. То есть уже реально темнело. Сейчас не такая обстановка и не такое освещение. Сейчас все у нас хорошо практически. Конечно, никак не могу дождаться синего, именно голубого, настоящего летнего неба, чтобы была хорошая контрастность солнечного света на улице, но как-то вот так вот. Постоянная облачность висит над Севастополем, и у меня, значит, камера в руке, рука на локте стоит на подлокотнике. В общем, вот такая вот ситуация. Поэтому, возможно, вот сейчас я убрал с локтя, поэтому с этого, с подлокотника, поэтому сейчас, возможно, все будет хорошо, то есть стабилизация будет шикарная. Однако все равно я сделал вывод, что нужно всегда экспозицию ставить на минус один. Честно, не помню. Но вот эта вот штука, которая V минус один должно быть. 100%. Тогда у вас картинка будет чистая, без шумов. Вы не дадите разгуляться автоматическому режиму. И все будет на самом деле хорошо с вашей картинкой. Возможно, будет немножечко темнее, но, ребят, даже если повернуть на меня, вот сейчас, я, кстати, тоже посмотрю, воспользуюсь. Да, вот если посмотреть сейчас на меня, вы видите, да, цвета естественные, я виден, то есть я достаточно хорошо виден. Ну, возможно, небольшие там огрехи, потому что почему-то в близком расстоянии, с близкого именно расстояния, не совсем получается камере фокусироваться именно на вас. И вот получается вот такая вот штука, что не совсем качественно фокусируется именно на вашей физиономии. Однако, ребят, если мы делаем вот каким-то вот таким вот образом, все равно камера срабатывает практически так же, как работает наш человеческий глаз. То есть что-то в тени, что-то на свету. Это вполне нормально, поэтому вот я считаю, что это реальная наша картинка. Теперь давайте посмотрим, как я не буду держать и как стабилизация будет работать уже, когда камера будет стоять конкретно на вот так. Просто на торпеду поставил. Я предполагаю, что внизу кадра будет достаточно темно. Ну, просто я сейчас вижу это. Я не придерживаю, вот сейчас немножко придерживаю рукой, а вообще я не придерживаю камеру рукой, и она немножечко шатается. А вот, соответственно, даже хочет перевернуться немножечко. Соответственно, тряска должна быть какая-то. Так, едем в Севастополе по Большой Морской. Я думаю, что экран у меня... Дело в том, что я яркость экрана тоже уменьшил практически на 1/5.
То есть у меня не целая яркость, не 100%, а где-то на 20% от полной яркости. Поэтому я думаю, что я вижу в экранчик не ту картинку, которая реально на самом деле вот видна. Кстати, сейчас температура у меня показывает 16 градусов. Я еду непосредственно по Большой Морской. И, скорее всего, связано с тем, что проходная улица, грубо говоря, и... Ну что, мы не едем?